Всем привет! Сегодня фотоаппарат уезжает к новому владельцу. Нашелся покупатель на него. Зоркий. 51 года он у нас. На объективчике вот здесь вот циферки указаны. Номер 51-063-12. Первые две цифры означают год. Для тех, кто не знал, посмотрите дома на своих в фотоаппаратах. Рабочий, щелкает, все взводится, все функционирует. Если покупать фотоаппараты на перепродажу, в максимально рабочем состоянии. Если поломанные, разве что какие-то редкие еще можно взять. А какие-то дешевые, то есть я рекомендую вообще не покупать. Например, смена, мыльница обычная, пластмассовая и так далее. Значит, вот такой фотоаппарат у меня ушел за 700 гривен. То есть я считаю довольно-таки неплохо. Сейчас мы открутим. Вот так вот он выглядит. Вот это раньше технику делали с 51 года и до сих пор все функционирует. Техника на века, как говорится. Если у вас дома остались какие-то старые советские, немецкие фотоаппараты, я готов абсолютно бесплатно только для своих подписчиков произвести оценку. Фотоаппараты, объективы, бинокли, подзорные трубы. Я в основном специализируюсь Царская Россия, Советский Союз и ГДР. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, потому что будет очень много всего полезного для вас. До новых встреч!